Здравствуйте! Вы на канале Вики Рецепт, и сегодня я покажу, как я готовлю потрясающие слоеные колечки с фруктовым джемом и сыром. Если вам покажется это сочетание несочетаемым, смею вас уверить, что колечки получаются бесподобно вкусные. Главное условие – джем должен быть чуть-чуть кисленьким, и всего должно быть в меру. Но об этом будет дальше и подробнее. Какие ингредиенты вам потребуются, вы можете посмотреть под видео или на сайте wikirecept.ru. Слоеное тесто готовое. Я разморозила под пленкой, чтобы оно не заветрилось. И теперь раскатываю немного потоньше. Тесто у меня слоеное дрожжевое, его 400 граммов. Раскатываю в одном направлении, чтобы не нарушать слои, в прямоугольник размером примерно 25 на 15 сантиметров. Всего раскатываю 2 пласта. Теперь размазываю по одному пласту теста 2 столовые ложки джема, немного не доходя до краев. У меня он здесь вишневый. Хорошо подойдут также смородина, клюква, брусника, абрикосовый. Главное не класть слишком много джема, чтобы он не вытекал в духовке, а колечки не превратились из закусочных в сладкие булочки. Посыпаю натертым на крупной терке сыром. Лучше брать какой-то легко плавящийся и тягучий сыр типа моцареллы. И опять же, много не нужно. У меня 120 граммов, этого достаточно. Накрываю вторым пластом тесто сверху. Ножом нарезаю на полосы поперек. Всего получается 7 полосок. Теперь скручиваю каждую жгутом. Делаю 3-4 оборота и соединяю концы, формую кольцо. Сыр при этом частично может высыпаться. Ничего страшного, потом посыплю им сверху. Смазываю колечки яйцом, взболтанным вместе с 2 столовыми ложками молока. Сейчас колечки выглядят немного корявенькими. Ничего страшного, духовка все исправит. Ставлю нагретый до 200 градусов духовку на 20-30 минут. Колечки должны стать золотистыми с поверхности. Достаю. Смотрите, какие они симпатичные. Джем и сыр расплавились, немного вытекли через слои. Сыр, который оказался сверху, запекся до корочки. Колечки очень воздушные, это потому, что слоеное тесто было дрожжевое. Они очень слоеные, во-первых, само тесто слоилось, плюс я еще и перекрутила его и сделала таким образом дополнительные слои. Когда их разламываешь, сыр внутри аппетитно тянется. Смесь джема с сыром – это такая вкуснятина оказалась. С этими колечками можно и чай попить, и на завтрак их приготовить, или взять с собой как перекус. В общем, мне они понравились очень. И я однозначно беру этот рецепт в свою копилку. А более подробно, с пошаговыми фото, вы можете посмотреть этот рецепт на сайте wikirecept.ru, ссылка под видео. Не забывайте ставить лайки, а если вы не подписаны, подписаться на канал. Вы также сможете найти меня на Дзене. Канал называется Вики Рецепт. Буду рада вашим подпискам, лайкам и комментариям. Приятного вам аппетита!